Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Qaraçay-Çərkəz Respublikasının başçısı Raşid Temrezovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Спасибо большое, уважаемый господин президент. На самом деле, я даже сегодня обратил внимание, какое количество стран, их 80 стран участниц и больше 10 организаций религиозных, которые принимали участие. Конечно, тоже такое достаточно серьезная площадка, где со всех континентов, со всех стран мира присутствуют и принимают участие. Ну и, конечно, такой повод, в том числе и поздравить нашего дорогого шейха с юбилеем. Ну а так, вот я по вашему приглашению, только вот за этот год уже третий раз. Да, ну чему я рад, потому что вы часто бываете, это очень важно, полезно, потому что много вопросов, которые мы должны совместно решать. Ну и в рамках российско-азербайджанских отношений, и в рамках межрегионального сотрудничества у нас в прошлом году с участием Владимира Владимировича и моим участием прошел межрегиональный форум в сентябре. Сейчас очередной межрегиональный форум будет в этом месяце уже в Москве. Так что это тоже важная площадка. Ну и в двустороннем плане у нас очень активный политический процесс идет, российско-азербайджанские отношения и встречи на высшем уровне, на уровне руководителей ведомств, министерств. То есть очень активно идет взаимодействие. Конечно, то, что Его Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл участвует в нашем мероприятии, придает ему особое значение. Мы очень рады, что Российская Федерация представлена очень широко и в религиозном сегменте. Также наши братья, муфтии Республик Северного Кавказа и администрация президента и другие представители. То есть самая большая делегация на форуме – это делегация Российской Федерации. Ну и сам форум, конечно, это событие глобального масштаба. Он носит очень такой универсальный характер. И я, честно говоря, так не знаю, где еще такого рода мероприятия проводятся и проводятся ли. Поэтому Азербайджан в этом направлении тоже проявил себя как страна, которая может объединять страны, объединять религии и создавать хорошую возможность для диалога. Сейчас это, думаю, самое важное.